В стремлении угодить молодой аудитории, итальянцы из Fiat представили очередную спецверсию своего компакт-вена 500L. Главной фишкой модификации Beats Edition стала продвинутая аудиосистема Beats, разработанная специально для Cinquecento при участии американского музыканта Доктора Dre. Снаружи прокачанный Fiat легко определить по черным элементам отделки и обновленной цветовой гамме кузова, а в салоне рэперский 500L щеголяет специальной кожаной обивкой. Однако помимо внешней атрибутики, Beats Edition получит и новую линейку моторов. В нее войдут бензиновые турбомоторы T-Jet объемом 1,4 и 1,6 литра, а также дизельный Multijet 2. Оба турбомотора выдают 120 лошадиных сил, но само собой различаются по крутящему моменту. Это 215 и 320 ньютон-метров соответственно. Музыкальный итальянец с американским акцентом выйдет в свет уже в этом месяце. За считанные дни до открытия Женевского автосалона BMW полностью рассекретили свой первый минивэн на переднеприводной платформе. Баварский революционер носит имя 2 Series Active Tourer и внешне во многом схож с традиционными моделями BMW. На момент запуска Active Tourer будет доступен в трех модификациях. Базовая версия 218i получит трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил с расходом топлива порядка 5 литров на 100 километров. Модификация 225i будет оснащаться двухлитровой четверкой мощностью 231 лошадиная сила и, конечно, не обойдется без дизельной версии 218d. В ближайшем будущем BMW обещают расширить линейку моторов и комплектаций. К слову, в скором времени можно ожидать появления баварского минивэна с литерой M на багажнике.